Семья с друзьями отправилась на охоту. Казалось, ничто не испортит этот чудесный день. Тони высматривает дичь. Его снимает на камеру отец. Вскоре сын замечает летящего перепела и прицеливается. Но пока молодой человек вел ружье за летящей птицей, на мушку попался его собственный отец. Второй выстрел пришелся прямо в него, но, к счастью, камера спасла ему жизнь. Дробь попала ему в руку и лоб, но ранения оказались неопасными. В этот день охотники получили незабываемый урок.